สวัสดีครับสวัสดีปุ๊ปปี้โอเคโอเคโอเคครับผมเชื่อไหมว่าผมอ่ะจะบอกว่าผมเมารถไฟเชื่อไหมครับอยู่ต้นขบวนโบกี้แรกต่อจากหัวขบวนมึนมากตอนนี้เขาบอกเลยว่ามึนแล้วก็กระหายอินเทอร์เน็ตขั้นรุนแรงคุณวราพรสวัสดีครับคุณวราพรกิติอาสาคุณวราพรเป็นนักเขียนหรือเปล่าครับขอโทษทีครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะหยุดสำหรับรับคนขึ้นลงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆนักเด็กซึ่งเกิดหลังมากระลองปี37ประมาณ10คนนะฮะเสียงเด็กก็จะดังสะหึ่นมากเลยตอนนี้เราอยู่แถวสตีลสตีลสถานีรถไฟสตีลระยะทางก่อนจะถึงอีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะประมาณ โอ้ อีกประมาณนู่นแล้วครับOkay.
นดิได้ยินเสียงผมไหมครับIzhenji. Да Петрович, я осознаю, вкусы, возможно, да. Не отпусти. Я не хочу поехать в Субури, да? Да, заводить можно всю жизнь, да? Больше, чем эти конфеты. Не видите, дети, 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 เล่นโอ้โหจำได้ผมเล่นกับพี่ๆน้องๆนะเล่นสบันหันแหลกเลยส่งให้ดูзначит так, за сотку никому не продашь За сотку никому не продашь. Сникерс с лесным орехом. Сейчас запробую. Кто будет за сотку две конфеты? Две конфеты? Три конфеты. Три конфеты за сотку не продавать. Ой, это выгода, это скидка. Три по цене двух. Давай один плюс один. Пацаны, три по цене двух конфет. Три конфеты за сотку. Андрей. Саня, надо давай свои яйца сначала. А у него их нет. Лунг не дай его. Да? Насчет чего? Я не буду давать на Костя, понимаешь, чтобы больше поймал. Это уже будет денег вот так вот. Вот так вот я посмотрю. Сам бы не попробовал ни одной конфеты. Вот она. Что? Ты его продал. Костя, ты где? Костя, на. А что у тебя полис приклеен? Он всегда был приклеен. Вам Дед Мирон на вашу ответ. Что? По цене двух. Он по икре, не там еще один. Только Андрей больше не разжевывает. Где Саня взял конфеты вообще? У тебя? Нам? Да, да. Костя, иди, я тебя покупаю. Да ладно, я пошел.